И всем здравствуйте, с вами Ванис Линк и моя подружка Эмико. Всем привет! И мы сегодня будем перезареагировать, так сказать. Короче, второй раз реагировать на серию Ойла по мультику Куми-Куми. Первый раз мы записали, но мне не хватило памяти. Сейчас я почистил память, у меня 63% свободных. И мы начинаем. Ссылку я оставлю в описании, если вы захотите посмотреть без нашего ржача. Ну да. Или просто забудете в Ютубе. Обожжусь, прямо так. Идеально. Немножко шуточек как-то вынесла. Не, моя психика, наверное, уже полностью сломана. Да блин, эти... Там волос мешает. А, тут уже... Типа Angry Birds тоже почти там. Зубы почти не валяют. У него же нет. Я знаю. Я знаю. Это как понять? Он их не чистит. Он же как хрень было скрыт и все. Сломано. Причем взглядом. Чемодан. Да. И у Юми-Куми тоже. Ну да. У них более привычно, чем у Куми. Что-то на пульсе. Да, ну да. О, мата пришла. Ойма! 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 У всех, кстати, по три волосинки. И по три пальца. Один фок дал, и мы будем деньги, да? Вроде деньги, да? Да, нормально. У них, по-моему, у всех там писюнчики. Да.
там, по-моему, сколько сделано? Две, что ли? Одна толстая, другая вот эта вот. Бай-баба. Да, с седыми волосами. Это мое чувство, когда братья разговаривают у Баси. Подожди, не падай! У меня тут сестра упала. Да шучу я. Подруга моя устала. Я уже заикаюсь. Да, понимаешь, что твои сестры чувствуют меня. Но я твои сестры. Ладно, все, давай не падай. Ох, сейчас будет еще прикольно. Заберите на мой глаз. Буденные глаза. Грюка, награда. Боюсь, такая. Сколько, мама? Здесь я. Да. Знаете почему? Да. Он сперва аж там стоял, а теперь он какого-то банана чутился аж возле Юси. Вот именно, и она вот плачет и лужи от слез. Где? Нет. Ну, да. Короче, надо будет мне, по-моему, как-то видео по ляпам в какой-то телек увидеть. Чего, блин? Она тебе в другую сторону как стоит. Да. Еще нельзя. Она тебе разворачивает, блин. Она ж дальше стояла, нет? Помнишь, какое было? Нет, делать отпускать. Трубу. Нет, они... Они делают петлю там сразу. Чопа. А, да, ну да. Ой, что ужасно, блин. Там же надо. Ага. Вот, вот она там петля. Ну, ты так сказала, какого банана, мне показалось, какого банана. Что? Ты не шутками наверное, я не знаю. Хатак тебе в жопу, блин. А вот ты ее расслабляешь. А Люся вообще насрался, но не так же. Ну, она сенка, а что? Блин. Женщина не вешает, что ты сенка, да? Ну, это есть, короче. А это, было действительно. Этот, когда этот генерал хотел жениться на Юсе. Да, влюбленный генерал. Да. Потом мы еще на нее включили реакцию. Да, если честно. После того, как я думаю, уже, блин. Но еще память почистить. Вот она крутится. Нет, Хабара это хватает. Хватит. Ну что? Да блин, он засвоил! Что, Валя? Ага. Ты че, хрена? Вот это у него руки. Грюка. Да ты тратите свои грюки уже. У Юси были какие-то обширные глаза. И она опять упала. Ей что-то не сидится на месте. У меня экран... Это, по-моему, из-за солнца. У меня экран тут светлее, то темнее, блин. Шмота! Это солнце похоже. Идеально. Бадуга это беда, вроде как. Бадуга вроде да. Я, кстати, когда посмотрел это, словарь из слов. Ну, как они означают. Яма-яма! Я без этого словаря, но я как-то выучила просто узнать, как у меня. Это, по-моему, английский наоборот, если не ошибаюсь. Нет, это какой-то... Ну, как раз. Смотри, череп на этой стене. Да? Ой, бля. Счастье. А мне ты глаз, мать его. Такой, да у него же вот это
чемоданы, он даже не должен был со своим, из своего чемодана, или как его там называют? Рюкзак. А, из рюкзака обыскать, как это клюшки должен. Ногу! Генерала по ногу! Генерала, что видела, какая нога, блин? Могу показать сейчас, где тут сигнализация. Скоро будет. Ой, я там уже держу. Хотя, смотри внимательно, будете ли проснуться, почти. Смотрите, по полу побегает. Подоптал еду, а где покрывает дождевый? Где ты там? Они там сцепились по вырому. Потому что меня как делать было. Быстро, блядь! Ава, шумодан! Что это? Ава или что это? Что это? Ну, понимаешь, это просто. Типа он объявляет, что он пришел. Выключил он, понимаешь? Где вишенка, она ж упала? Лака-лака! Друга стоял перед ней. Нет. Он подпрыгнул и... Да ё-моё, ладно, короче, надеемся, вам это понравилось, с вами были мы не Сминка, я Митлочас, ай, блин. Рекламно. Да, я по ошибке нажал, ну, ждите новых видео, всем удачи, всем пока, кстати, подписывайтесь на мой канал. И на мой инстаграм, я ссылку оставлю.